Приветствую, друзья, на связи Артур. Мы продолжаем зарабатывать деньги в интернете с помощью различных возможностей инвестиционных проектов, заработок без вложений и так далее. Сегодня в этом видео хочу познакомить вас с новым направлением, которое я добавил к себе в инвест-портфель. Это новый проект под названием Аврора. И сегодня будет вводная информация, что как устроено, какая доходность, куда нажать, что делать, какие тонкости, какие есть здесь возможности. Сейчас мы находимся на главной странице данного ресурса. Здесь имеется свой marketplace, свое приложение на Android и Apple. И есть достаточно серьезная механика заработка, но в то же время она понятна и проста в понимании. Да, вот суть какая заработка? Что мы скачали приложение, зарегистрировались, там купили их монету, купили генератор, и он нам приносит прибыль. Ежесекундно копеечка капает, в любой момент мы забираем токен данного проекта, продаем на панкейки и таким образом зарабатываем. О данном проекте я мельком слышал где-то может месяц-два назад, но не придал ему достаточного значения. Сейчас мне ребята написали, знакомые блогеры, ютуберы: Артур, чего тебя там нет, вот есть такой проект. И я начал копать глубже, изучать, что как устроено, пересмотрел множество обзоров, там есть созвоны с администрацией, да, с представителем. Вижу, что ребята дальше развиваются, там будут различные конференции, вот буквально, по-моему, 16 по 18 число в Турции, бизнес-форумы выступают, то есть дорожная карта, куча механик, куча планов, там метавселенная. Много о чем можно говорить, но я думаю, в одно видео это будет достаточно сложно вместить, и вам будет нагрузка такая по информации. Поэтому сейчас максимально просто постараюсь донести вам информацию. Итак, нужно пройти регистрацию на сайте Aurora Token. После регистрации вам приходит на почту подтверждение, вы подтверждаете ваш email, и в дальнейшем при каждом входе вам будет туда приходить сообщение. Далее на главной странице есть вот кнопочка Google Play, либо же App Store. Выбирайте, что у вас там, Android, либо же Apple. Скачивайте приложение, это обязательно. То есть оно официально в Play Market есть. И я вам скажу, не каждое приложение туда сможет просто так попасть. Да еще и инвестиционные. Это однозначно плюс данным ребятам. По поводу команды, кстати, вот имеется у нас 3 человека. И Александр Трубенков, это официальный представитель Аврора. Он как раз таки выходит на связь, на зумы, созвоны. Можно задать вопросы и пообщаться на тему проекта. И на этих же созвонах мы можем за хороший вопрос заработать, по-моему, 10 их токенов. Это сейчас около $7. Просто за хороший вопрос. Проводят также различные конкурсы, кто больше привлечет партнеров. Там можно получить iPhone, можно получить генератор. То есть, если вникнуть, возможностей здесь достаточно много. Итак, вам нужно будет скачать приложение. Там вводите такую же почту, как и на сайте вводили. Там логин, пароль и код пригласителя. Без него вы не зарегистрируетесь. Код будет в описании под данным видео. Вы его копируете, вставляете, проходите регистрацию. После чего на сайте мы можем купить генератор за AVR. Это токен проекта. Один AVR на данный момент, его стоимость 76 центов. Что по окупаемости? Но давайте самый дешевый. Стоимость 110, 22 AVR в месяц приносит, это разделяем на 30 дней, 0,73 токена в один день нам приносит. Соответственно, 110 токенов разделим на доходность в день, окупаемость 150 дней, это самый дешевый генератор. Получается 5 месяцев. Стоимость самого дешевого генератора на данный момент около $83. Что касательно меня, я прикупил себе достаточно серьезную машину. 5500 AVR, нажимаем подробней. И по расчетам здесь окупаемость 132 дня. Доходность в день, по-моему, $31.5. Стоимость примерно 4180 в долларах. Вот около того выходит. Такой вот серьезный аппаратик, который мы можем прокачивать. У каждого вот этого генератора есть 15 уровней. И как раз таки дойдя до 15-го, мы получаем возможность там майнить сатошики, именно биткоина. Но эта прокачка до 15 уровня занимает 4 месяца. То есть, как мы понимаем, проект на долгосрок. Официальный старт был 15.08.22. Я не скажу, что сейчас какая-то супер шумиха. Еще активной фазы нет в проекте, чтобы прям на каждом углу о нем разговаривали. Но стоящие блогеры, лидеры здесь присутствуют.
уже там были различные конференции, презентации. То есть уровень здесь достаточно хороший. Вот имеется YouTube-канал, вот на форуме, созвоны, вы можете посмотреть все эти видеоролики. Итак, с окупаемостью мы выяснили около 4 месяцев. Также есть возможность купить лутбокс. Здесь мы получаем 100% за 110 AVR. И есть возможность получить более дорогой. Там где-то я слышал шансы 1 на 35. То есть достаточно высокий шанс получить более выгодное предложение. Но это уже более азартная штука, поэтому смотрите сами. Если покупать не один лутбокс, а хотя бы там штук 10-20, тогда, конечно же, возможность получить что-то более серьезное, я думаю, существенно выше. По презентации проекта давайте быстренько пробежимся, что здесь у нас основное имеется. Как я уже ранее упомянул, имеется свое приложение, с помощью которого мы как раз таки взаимодействуем с нашим генератором. Там собираем нашу доходность, и еще есть определенные нюансы, о которых вам расскажу. Там раз в 48 часов нужно делать определенную манипуляцию, чтобы вы доходность дальше получали. Если вы там раз в 48 часов не зайдете, ваша доходность будет останавливаться, пока вы ее не соберете. Там газ, амортизация есть, сейчас все вам подробненько покажу. Что касательно проекта, вот на вырученные средства с продажи NFT мы будем приобретать оборудование для майнинг биткоинов и делиться с нами доходностью. Двигаемся дальше, нам нужна основная информация. Мы можем перепродавать наши генераторы, если там ему от 1 до 3 месяцев там износ 10% нужно уплатить, но он за это время приносит нам хорошую доходность. Если полгода у вас то 30%, то есть можно это дело перепродать, прокачать. Это у нас как-никак play to earn игра, где мы взаимодействуем в данном случае с генератором. Здесь нужно будет проходить ТО, первый год за счет компании, дальше наш, за наши средства. Есть описание каждого генератора, имеется свое количество, вот в данном случае за 80 чем-то долларов, и к нему вот эти плюшки. Прокачка занимает, это, видимо, одни сутки, потом второй уровень 2, 3, 4 и так до 15 уровня. Суммарно выходит 120 дней, и ваша доходность, видим, прибавляется достаточно существенно, плюс 13 на 15 уровне. Дальше генератор 550, их всего 2000 штук. В базовой комплектации 115 в месяц, при прокачке 264. Но прокачка — это же, естественно, дополнительные средства, дополнительное время. Я пока что на базовой комплектации, дальше буду смотреть по развитию и делиться с вами информацией. Вот 1100 генератор 1000 штук, также к нему вот эти все плюшки. Вот мой генератор, их всего 200 штук. И, соответственно, больше вы не сможете купить, как только их раскупят. Есть более дорогие, давайте пролистаем. И токеномика NFT генераторов, сколько их всего штук. Самых дешевых 10 тысяч, дальше 2000, 200, 100. Изначальный выпуск 13300 генераторов. Итоговое количество всего их в проекте будет за все время 50 тысяч генераторов. Они созданы в сети Binance Smart Chain BSC BEP721. Что такое 721, я, кстати, не знаю. Знаю сеть BEP20. Токеномика генераторов. Следующее, что когда их раскупили на 20 тысяч штук, доходность уменьшается на 5%. 30 тысяч штук еще на 5%, потом 40 тысяч еще на 5% уменьшается доходность. То есть это достаточно грамотное развитие проекта. В дальнейшем метавселенная, своя земля, количество участников, аренда, достаточно продуманная штука. Майнинг биткоина — это их цель, к которому они идут. Нет, кто прокачается до 15 уровня, тот будет получать сатошики. Здесь расписано, как распределяется прибыль компании и прибыль нам. Это, в принципе, не важно. Мы и так знаем основные числа, суммы. Всего их токенов 50 миллионов AVR. Они вот видим, как распределяются там на команду, на маркетинг, на ликвидность, то есть продажа, да. Реферальная программа 10%, которая распределяется вот на сколько у нас, на 9 линий в глубину. Имея тот или иной генератор, мы получаем сразу, вот в моем случае, там 7 уровней в глубину. С первого 5% я для своих партнеров делаю бонус 2,5% от суммы вашего ревбека. Как я понимаю, я получаю в AVR-ах. Их продаю и, соответственно, половину вам возвращаю бонуса. Вот у нас дорожная карта. Сейчас 4-й квартал 22-го. Дальше у нас 23-й год. Выход экономики токена Metaverse. Meta AVR, точнее. Дальше открытие продаж земель. И все в этом духе. Есть куча информации, да, где мы можем посмотреть. Русскоязычные каналы, англоязычные и так далее. Вот YouTube, Twitter. Кому где удобно, так и изучаем.
У ребят, я так понял, есть договоренности сотрудничества с PaxPay. Это дочерняя компания Binance, где возможность покупки с помощью BNB и BUSD. Но об этом всем в отдельном видео. Также там покупка за рубли через платформу RuPay. Что касательно официального лица представителя в России, это Александр Трубенков. Вот будет международный конгресс, то есть типа форум, такое собрание, можно сказать, бизнесменов, где там происходит определенная движуха, есть тема. Насколько я понял, будет с недвижкой связано, но в это дело я не вникал. Знаю, что есть возможность купить билеты на 3 дня. Турция, Анталия, у кого есть возможность и желание, можете посетить данное мероприятие. Стоимость билета там от $15 до 4800, есть различные уровни билетов, доступа, что там можно посетить, там ужины, встречи и так далее. То есть серьезная штука. Дальше, по их токену торгуется на PancakeSwap. Ликвидность сейчас, по-моему, $43,000, где-то я вот смотрел. Токен Liquidity, да, вот сейчас 43 тысячи. Значит, мы его здесь покупаем. Есть инструкция, как это сделать. Мы выбрали, допустим, необходимый генератор. Нажимаем подробнее. Дальше инструкция по покупке. И нам пишутся шаги, которые мы должны сделать. Можете поставить видео на паузу и прочитать, кому интересно. Если кратко, регистрируемся на сайте. Скачиваем приложение. Там также вводим ту же самую почту, что и на сайте. После чего перешли вот в Market. Aurora Market, нажимаем здесь подключить MetaMask кошелек. Дальше вам нужно импортировать их токен, вот он адрес, мы нажимаем кнопочку скопировать, показываю, как это делается. MetaMask выбираем, вниз импорт токена, вводим этот адрес, показывается Aurora, да, AVR, добавить токен, импортировать токен ваш MetaMask, все, теперь он у вас отображается. Дальше у вас должны быть обязательно BNB-шки для оплаты комиссии, потому что все делается на Binance Smart Chain. Заходите на PancakeSwap, здесь раздел обмен. Вот вверху выбираем BUSD или что там у вас есть. Там где Cake выбираем, здесь вставляем адрес. Тот, что у нас показывается вот в инструкции, адрес токена, да. И здесь он высвечивается, мы его выбираем и прописываем, сколько нам нужно. Можем вот... Допустим, нам нужно 550 AVR. Здесь прописали, сколько это нам нужно в долларах. $416. Соответственно, здесь прописываем. Там условно 417. Так, не понял. А на покупку-продажу понял, в чем дело. Вот $427 стоит 550 их токенов. Купили. После чего переходим на Aurora. Нажимаем подробнее, кнопочку купить, и у нас выскакивает окно MetaMask, подтвердить. Соответственно, вот изначально нас попросили авторизоваться, на почту у нас отправляется код, мы его оставляем, подтверждаем email. И здесь у вас будет кнопочка отправить в работу, после чего он начинает приносить вам прибыль, которую мы сможем посмотреть в личном кабинете. Что касательно вот здесь внести AVR, здесь внимание, это только для прокачки генератора на следующий уровень, то есть не для покупки генератора. Для покупки у нас должны быть средства именно на MetaMask. А здесь мы делаем прокачку. Вот показывается покупка генератора, все как положено, 5500 AVR. Дальше давайте перейдем в личный кабинет на телефоне и покажу, что как там устроено. После того, как вы скачали приложение с Play Market, вам нужно пройти регистрацию. Внизу нажимаем кнопочку зарегистрироваться, вводите логин, email, пароль, код активации, который указан под видео. Нажимаете галочку, что вы согласны с условиями. Дальше продолжить, проходите регистрацию. То есть здесь нет ничего сложного. Дальше авторизация. Вводите ваш логин, то есть почту. И вводите пароль. Переходим в личный кабинет. Вверху у вас пишется адрес вашего AVR кошелька. Я так понимаю, это внутренний баланс, с помощью которого мы можем отправлять, скорее всего, друг другу данный токен. И вот ниже уже отображается ваш генератор, который вы купили на сайте Aurora Token. И здесь мы видим... Вверху доходность, уже получена у меня 16.44, я утром покупал. В рублях это примерно 822 рубля по нынешнему курсу. Стоимость 5000, а покупали мы за 5500, и 500 вот эти уходят на рефералку в 9 или 10 уровней, точно не помню. Вот доходность 1200 AVR, либо же 62 тысячи рублей в месяц. Внизу у нас кнопочка газ и амортизация. Амортизация, по-моему, раз в месяц, а газ, насколько я помню, раз в 48 часов нам нужно это обязательно делать. За это тратится добытые AVR. Вот остаток депозита за газ 30%. Соответственно, завтра утром я
сделай вот эту оплату. После чего мы можем вот улучшить наш генератор, выбрать здесь вот первую установку, потом вторую и так далее. Окупаемость мы также можем просчитать, потому что цена 76 AVR, доходность месяц 24, соответственно, там около 4 месяцев окупаемость. Мы можем его отправить, а можем потом перепродать данный генератор. Также, значит, по выводу средств нажимаем кнопочку «Отправить», вот «Отправить AVR на торговый баланс». Вывод в течение 3 минут, нажимаем «Вся сумма», ну пускай не вся будет. Так, у меня здесь запись видео немножко мешает, пускай токенов там 15, да, нажимаем «Отправить». И вот здесь сразу же изменилось, убралось количество AVR. После чего они у нас отображаются, как я понял, в личном кабинете Aurora Token. Там мы нажимаем кнопочку «Снять», выводим на MetaMask и уже продаем на PancakeSwap. И получаем наши там, BNB, BUSD и так далее. Вот такая механика. Значит, справа от кнопочка «Пригласить друзей». Здесь код активации, вот как раз таки, который вам нужно будет вводить при регистрации. И здесь будет отображаться ваш. Таким образом, здесь происходит заработок в этом проекте. В следующих видеороликах я постараюсь ответить на ваши вопросы, что вам непонятно, не ясно, какие моменты, обязательно спрашивайте в комментариях по данным видео, расскажу, покажу и настоятельно рекомендую вам подписаться на мой телеграм-канал, потому что здесь в первую очередь публикуется информация о новых возможностях, там всякие инструкции, сайты, не всегда успеваю записывать обзор, а в телеграме могу дать информацию максимально быстро, оперативно, поэтому подпишитесь, ссылка будет в описании под этим видео. Вот такой вот сегодня обзор, дальше буду делиться нововведениями, рассказывать о своих результатах и отвечать на ваши вопросы. На этом все, до скорых встреч, пока!